Порабатываю первую обновленную ступень, уже не первый раз в жизни встречаюсь с выбором предложения работы на две или более. Как поступать, если канал ясновидения недостаточно развит? Если вам предлагают выбрать работу, то выбирайте ту, на которой больше платят. Вот так. Если не платят больше, то не идите. Вообще, мне лично, вот сколько я живу, никто никогда никакой работы не предлагал. Как это люди могут жить так, что им кто-то предлагает работу? Так интересно. Я всегда работу искал сам. Всегда работу искал, всегда бизнес делал сам. Как это люди умудряются находить? А после этого они себя называют не эзотериками, а им по две работы, по три предлагают. Вот это да. Мне никогда такого не было. Я сам брал. Шел к генералу, говорил, дайте мне работу там. И мне давали. Ученица первой ступени, а так сам не предлагал никогда. Никто. Как так?